Уважаемые граждане России, дорогие друзья, самый любимый, теплый, традиционно семейный для нас праздник – Новый год. Для каждого из нас это особое торжество. Это праздник мечты. И всех нас, таких разных, сейчас объединяют надежды на добрые перемены. Объединяет чувство принадлежности к одной большой семье, имя которой – Россия. Такое только в Новый год бывает. Владимир Путин поздравляет. Решил я вас поздравить лично. Чтоб год прошел отлично. Желаю счастья, крепкой дружбы, как наша с Димой. Связей нужных. Как у меня апартаменты. Во всем, как у меня 146%. Решил я вас поздравить лично, чтоб год прошел отлично. Желаю счастья, крепкой дружбы, как у меня связей нужных. Во всем 146%. Пусть все ваши желания исполнятся. Пусть будут здоровье и благополучие в каждой семье нашей большой страны. Счастья вам! Удачи! Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! С Новым годом!